Итак, небольшой экскурс по съемке Байкальского льда. Вы можете видеть у меня за спиной, что Байкал белый. Это не то, что все хотят. Сейчас Байкал в снегу. И на самом деле, в самое популярное туристическое время, в феврале, Байкал такой и есть. И это нормально. Обычное состояние Байкала – это полностью покрытое снегом. Байкал заносит снегом, как и все российские реки. Тогда вы спросите, откуда же на фотографиях мы видим чистый бирюзовый лед? Да, он появляется пятнами абсолютно лотерейно у разных объектов, в зависимости от того, где будет дуть ветер и разнесет этот снег. Приехав на Байкал в феврале, можно очень сильно разочароваться, если не найти таких маленьких кусочков. Обычно гиды их, конечно, находят, но если вы приедете в январе-феврале, вы абсолютно 100% не застанете полный ледяной Байкал. Будьте к этому готовы, это абсолютно нормально. Но есть фишка – снять Байкал, который абсолютно ледяной и который весь такой бирюзовый в трещинах, весь как зеркало, реально, хотя и сложно. Это абсолютно стандартное природное явление, когда первый лед застывает и еще не выпал снег. Этот короткий маленький промежуток лед еще находится в таком гладком, чистом состоянии. Это абсолютно точно так же, как на всех российских реках. То есть, если вы заметите у себя в городе этот маленький промежуток, когда уже река застыла, но еще не выпал первый снег, это может быть всего 1-2 дня, и многие счастливчики выбираются в такие дни покататься по своей собственной реке. Точно так же и Байкал. Есть несколько дней, никто не знает сколько, это может быть 2 дня, это может быть 2 недели до того, как выпадет снег. И именно в такие моменты мы можем увидеть огромную гладь из чистого льда. Происходит это обычно в ноябре-декабре, всегда по-разному, в зависимости от погоды. Но минусы такого льда в том, что по нему еще нельзя проезжать на транспорте. Точнее, на колесном транспорте, на автомобилях и буханках. Он действительно очень тонкий, на него не везде даже выходить можно. Это очень опасно и рискованно. И единственный способ его снять – это либо сверху с острова, либо заказывать аэролодки-хивусы, которые передвигаются абсолютно везде, и по льду, и по воде. Это единственный вариант заснять чистую гладь льда, но это очень дорогое удовольствие. Например, для нас хивус в этом году обошелся за час в 11 тысяч. Это большая аэролодка на 10 человек, но если выбираться снимать одному, то это очень дорогое удовольствие. К тому же никто не знает, когда достаточно уверенно застынет лед, поэтому если вы его хотите снять, эту ситуацию нужно постоянно мониторить у местных. По большому счету это не очень выгодное время для приезда, потому что вы сможете смотреть на Байкал только с материка. Но если у вас есть желание хотя бы раз в жизни увидеть полную гладь изо льда, то оно того стоит, даже если вы не сможете на него выйти. Всем пока-пока. Пожалуйста, поддержите нас подпиской. Нам это очень нужно для дальнейшего развития канала и для новых приключений.